по меньшей мере 27 боевиков радикальной группировки «Талибан» были убиты, еще 16 получили ранения в результате авиаударов правительственных сил на юге Афганистана, сообщил во вторник начальник местной полиции Абдул-Каюм Барак. По информации агентства Синьхуа, удары пришлись на район Гирешк провинции Гельмент. Действуя в соответствии с данными разведки, правительственные силы во вторник осуществили воздушные рейды против боевиков «Талибан», скрывающихся в районе Гирешк, в результате 27 вооруженных радикалов погибли, еще 16 получили ранения, цитирует агентство заявление Барака. Начальник полиции подчеркнул, что жертв или пострадавших среди мирного населения и военных нет. На территории Афганистана действует радикальное движение «Талибан», правительственные войска постоянно проводят спецоперации, направленные на борьбу с боевиками. Часто жертвами этих противостояний становятся мирные жители.